64-летний карагандинец Рашид Бариев в очередной раз покорил мировой олимп. Пенсионер с активной жизненной позицией стал победителем Кубка мира по жиму лежа среди ветеранов и установил рекорд Азии по пауэрлифтингу. И все это он делает, чтобы на собственном примере показать людям, как не прозябать в ожидании старости и приносить пользу даже в преклонном возрасте. Вот такие медали и специальный кубок привез пенсионер Рашид Бариев в состязании для ветеранов спорта, проходивших в Кыргызстане. А еще он покорил своей выносливостью, установил рекорд Азии по пауэрлифтингу и занял второе место в силовом двоеборье и третье в абсолютной становой тяге. Соревнования прошли успешно, участвовало более 500 человек, 8 стран участвовало. Атмосфера, как всегда обычно, доброжелательная, хорошая организация на высшем уровне. Вот уже 4 десятка лет атлет готовится к соревнованиям в собственноручно оборудованном клубе. Обустроить его в подвале дома помогли единомышленники, которые в итоге и стали спортсменами. Так пауэрлифтер Рашид Бариев смог вырастить здесь более 25 чемпионов Карагандинской области. 6 человек стали кандидатами в мастера спорта. Один мастером, еще двое завоевали титулы чемпиона Казахстана. Столько же чемпионов Азии. Все мечтают о таких спортзалах. И поэтому, я думаю, каждому как бы хорошо заниматься в таких спортзалах, иметь инвентарь. Покорять вершины мирового олимпа Рашиду Бариеву помогает жена. Она его личный массажист на соревнованиях, фотограф и менеджер. В итоге семья собственным примером показывает, как с пользой для себя и страны проводить досуг. Я очень довольна им. Он во всем мне как бы и помогает, и поддерживает. Очень любит внуков, особенно внучку. Ухаживает за ней, как бы он даже скучает по ней. И тоже старается, чтобы она тоже занималась спортом. Все спортивные победы перечесть трудно. К своим 64 годам карагандинский пенсионер установил 7 мировых рекордов. Является 3-кратным чемпионом Казахстана, 8-кратным чемпионом Азии и 2-кратный рекордсмен Азии. К тому же чемпион Европы и Азии 2022 и чемпион Европы 2023 года. Я себя на этот возраст абсолютно не чувствую. Не собираюсь сидеть на скамейке возле подъезда. Буду заниматься еще. Цель установить... еще мировые рекорды, прославить себя, свою фамилию, страну, наш славный спортивный Майкадук. Добивается успехов наш герой своими силами. У него нет спонсоров или влиятельных покровителей. Посещать чемпионаты накладно, но очень хочется. Так вера в себя и стремление к победе помогают простому карагандинскому пенсионеру покорять мировые олимпы. Аскар Кабиденов, Жибек Жулы, Караганда.